Приветствую всех, Одесса на связи, 11 марта 2024 года. Значит, в 12.09 у нас дали отбой воздушной тревоги, и в 12.26 снова объявили воздушную тревогу. Причина все та же, это угроза баллистики, были пуски ракет с Крыма, ударили по Запорожью, в Запорожье звучат очень сильные взрывы, вот, и также были пуски с Белграда на Харьков. То есть сейчас очень активно атакуют баллистикой, тревога во многих областях. В нашем направлении вроде бы как ничего не летит, пусков на Одессу не было, у нас пока что все тихо. Время сейчас 12.47, никаких взрывов ни в городе, ни в области не звучало, вот, и в нашем направлении пусков ракет не было. Обстановка остается тревожной, напряженной, там еще сообщают о том, что был взлет истребителей МиГ, вот, но я сперва думал, что тревога как раз таки за МиГа дали, но якобы МиГ тут ни при чем, стреляют баллистикой.